Девочки, здравствуйте! Сегодня мое видео будет посвящено новым пластинам для стемпинга в тематике для Нового года. Пришли они мне с сайта Beauty Big Bang. Вы знаете, что там просто шикарные товары для стемпинга, что касается и штампиков, у меня их несколько штучек, и лаков для стемпинга, и пластин у меня уже огромное количество, и все они шикарного просто качества, продаются как поштучно, так и наборами, поэтому я еще раз рекомендую вам к покупке эти пластины и эти товары. Здесь вот у меня в посылочке лежала такая вот красивая визиточка с цветочком, здесь все данные, где можно найти. Также есть в Инстаграм эта страничка этого сайта. Можете зайти там, посмотреть несколько интересных товаров. Они все загружают фотографии туда, все можно посмотреть. Итак, у меня сегодня, как я уже сказала, пластиночки 5 штук новогодней тематики. Смотрите, какие оригинальные конвертики. В принципе, всегда конверты очень красивые, очень хорошо упаковывают этот товар. Производители, поставщики, я всегда от них в полном восторге. У меня 5 вот таких вот классных пластиночек. Сейчас давайте откроем вместе их, посмотрим и, конечно же, протестируем. Вот одна из них. Это пластина XL030. Смотрите, какая классная. Здесь снеговичок, подарочки, олени красивые, снежинки с вензелями. Будем сейчас вместе их тестировать. Кому интересно, оставайтесь со мной до конца видео. Вторая пластина вот такая шикарная, XL032. Здесь тоже всякие разные снеговички, очень красивые. Смотрите, снежинки, олени. Следующая пластиночка под номером XL031. Смотрите, какой снеговик прикольный. Все классные. Елочки здесь различные, снежинки. Морозные узоры очень красивые. Следующая пластина. Ого, вот это да, домик какой. Смотрите, как интересно. XL034. Я, честно говоря, не знаю. Может быть, только выборочно какие-то рисунки из этого домика можно отпечатать на ногти. Он просто огромный. Варежки здесь. Дед Мороз сзади елочки. Олени. Колокольчики очень красивые. Так, и последнюю я вам покажу. И приступим к тестированию. Смотрите. XL033. Опять же, новогодняя тематика. Все в этом стиле. Звездочки, снежинки. Итак, я одеваю перчатки, снимаю пленочки с пластин и возвращаюсь к вам. Итак, я сняла пленочки. Отпечатывать я буду по возможности. Посмотрю в процессе съемки для вас видео. Возможно, что-то буду отпечатывать на типсы окрашенные, что-то, наверное, может быть на листочек, чтобы вам было видно. Отпечатывать буду разными лаками для стемпинга. Возьму золото, серебро, белый и черный. Протирать пластины я буду жидкостью для снятия обычного лака. И давайте приступать первой пластиночки. Вообще просто классные здесь рисунки. И давайте первыми отпечатаем вот эти вот колокольчики. Смотрите, какая красота.
очищаю штамп я о скотч. Так, и давайте продолжим дальше. Снеговичок здесь вот с елочками шикарный. Вот какая красота. Так, как же мне расположить? Смотрите, прелесть. Мне уже девочки писали, что по моей рекомендации не раз заказывали для себя товары с этого сайта, и никто еще не разочаровался. Все очень довольны. Я отпечатаю по нескольку рисуночков с каждой пластины, чтобы показать вам, что они все хорошего качества. Смотрите, какой классный. Полностью заполнено все пространство. Смотрите, прелесть какая. Звездочки. Так, ну и давайте, наверное, снеговичков вот этих попробуем отпечатать. К Новому году эти пластины вообще просто идеальны. Подойдут для дизайнов. Я думаю, что я для себя тоже сделаю обязательно с этими пластинами дизайн. Сниму для вас видео. Смотрите, какие классные. Кстати, вот эта вот подложечка у меня выполнена хромом и витражами от Miri Nails. У меня много таких витражиков, и все мы будем с вами сегодня на них будем отпечатывать, потому как для Нового года эта подложка будет просто классной. Следующая пластинка XL033. Вот этот очень красивый. Звездочки шикарные, девчонки. Прям, ну, все мне нравится. Сейчас я отпечатаю. Здесь вот паровозик. Классный. Так, не очистила штамп. Забыла про штампик. Смотрите, какая прелесть. И опять же, подложка у меня витражиками Miri Nails. Смотрите, очень красиво получается. Так, следующий рисуночек какой, какой, какой. Так, ну, давайте, наверное, вот этот. Кстати, у Beauty Big Bang есть как свой сайт, так они есть и на платформе AliExpress. Поэтому вы можете заказать. У вас есть выбор, где заказать. Либо на AliExpress, либо с самого сайта. Очень часто товары участвуют в распродажах. Олень очень красивый с олененком. Интересно, поместится он на типс или нет. Сейчас посмотрим. С краю находится. Не очень удобное расположение, конечно. Но, в принципе, все лишнее можно вот таким образом убрать, чтобы не мешалось, и отпечатать сам рисунок целиком. Смотрите, как красиво. Но чем не новогодний дизайн? Просто шикарно, я считаю. Так, и елочка здесь. Вот есть елочка красивая. Сейчас я, наверное, ее тоже здесь с надписью по-английски.
Смотрите, какая красота. Готовый дизайн на Новый год. Шикарно. Вы знаете, что я очень просто люблю, просто обожаю стемпинг. Ой, какие снежинки, девочки. Смотрите, красивые какие. Сейчас мы их и отпечатаем. Поэтому пластин для стемпинга у меня превеликое множество. И нравится мне тем, что без заморочек можно сделать любой дизайн. Снежиночки вообще классные. Быстро. Самое главное подобрать для себя хороший лак для стемпинга, с которым вы справляетесь. Есть быстро сохнущие лаки, есть которые медленнее просыхают, поэтому тут уж выбор за вами. Протестируйте, посмотрите. Ссылочки на лаки, которыми я пользуюсь для стемпинга, я оставлю в описании под видео. Может быть, вы для себя что-то там подберете новое и интересное. Потому что я протестировала очень много. И все они по-разному отпечатывают, по-разному работают. И уже исходя из своего опыта, я могу вам что-то порекомендовать. Смотрите, как красиво. Так, здесь еще... Ой, такие вообще классные, смотрите, рисунки. Мне прям хочется все отпечатать. А все это видео будет просто огромное. Мне, кстати, девочки уже многие писали, что... не затягивайте видео, делайте покороче. Давайте сейчас... проведем такой небольшой опрос. Вы мне в комментариях напишите, пожалуйста, нравится вам вот такое вот тестирование пластин, где время видео более 10 минут. Смотрите вы такое видео или нет? Или просто перематываете? Смотрите, как красивая прелесть, какая просто рисуночек. Вот какая красота. Поэтому я жду ваши комментарии под видео. Мне интересно. Так, ну и давайте приступим к следующей пластиночке. Это пластина под номером XL031. Очень красивые морозные узоры. Я сейчас их сразу же и отпечатаю. Давайте серебром, вот на таком вот фоне красивом. Заполняю хорошо рисуночек. Убираю лишнюю краску. Если лаки быстро не сохнут, то можно скребком проводить несколько раз. Если же лак быстро просыхает, то лучше это все делать за один раз. Смотрите, какая прелесть. Штампы очень качественные, очень хорошие. Поэтому, если у вас есть возможность, приобретите штампы именно Beauty Big Bang. Не пожалеете. Качество просто на высоте. У меня несколько штампов от Beauty Big Bang, и ни в одном я не разочаровалась. Все просто шикарные. Так, ой, какая прелесть. Я пропустила вот такого милого снеговика. Смотрите, сейчас давайте я его тоже отпечатаю на какой-нибудь темненький фон. Серебром. Посмотрим. Всю вот эту вот красотищу. Заполняю гравировочку. Хорошенечко все убираю. Да, вот когда рисунок сбоку на пластине, не очень удобно.
Я думаю, что этот рисунок у меня сейчас не получится. Да, смотрите, половиночка снеговика у меня смазалась. Сейчас я протру его еще раз жидкостью для снятия лака и попробую еще раз отпечатать. А пока он просыхает, отпечатаем другой рисуночек. Такие вот милые елочки здесь еще есть. Оставлю ту подложку для снеговика и отпечатаю вот такую вот елочку. Шикарно. Как я уже вам показывала, все лишнее можно убрать скрапером, либо любой пластиночкой. И отпечатать один рисуночек, который вам нравится. Вот такая милая елочка получается. Так, ну и давайте еще раз попробуем снеговичок. Как тебе расположить, чтобы удобнее отпечатать? Заполняю хорошо гравировочку, потому как здесь рисунок заполнен практически полностью. Да, вот смотрите, теперь у меня все получилось, все отпечаталось. И аккуратненько перевожу на типс. Смотрите, милый снеговичок зимний, очень красиво. Так, ну все, на этом эту пластиночку мы убираем. Давайте последнюю протестируем. Я покажу вам рисуночки с этой пластины под номером 30 пластиночка. Тоже здесь милые снежинки, елочки. Вот с этой стороны я сейчас и буду их отпечатывать. Так, очень красивые рисунки. Я прям в диком восторге, честно говоря. Так, стоять. Попробуем вторым штампом. Вот все отпечаталось. Все хорошо видно. Шикарно. Ой, какая прелесть. На градиенте, девчонки, вообще просто шикарный получается зимний узорчик. Очень красиво. Так, еще здесь есть еще мельче снежиночки. Давайте их тоже отпечатаем. Всегда очень нежно смотрится рисунок, который состоит из тонких линий. На ногтях очень красиво. Смотрите, я надеюсь, вам видно. А когда отпечатываешь на какой-то блестящий фон, это придает некий шарм даже. Смотрите, какая красота. Ссылочку на Mary Nails, на витражики я тоже оставлю в описании под видео, потому что фон вообще просто шикарный для новогоднего стемпинга. Если у вас еще нет этой продукции, приобретите для себя. Я вам рекомендую. Так, ну еще парочку давайте рисуночков и будем закругляться. Мне удобнее пользоваться пластиковыми скраперами, потому как они не так царапают пластину, не портят ее внешний вид. Ну, это такой, наверное, не новогодний, такой геометрический какой-то дизайн, вариант стемпинга. В принципе, тоже неплохо. Так, и последний мы отпечатаем белым лаком для стемпинга. Хочется все. Ну, давайте вот эти вот шары. Очень, кстати, здоровски они смотрятся, когда комбинируешь
таким рисунком несколько ногтей. Подобрать можно, смотрите, подобрать можно для себя удобное расположение, отпечатать один, два или все шарики. Вот такая вот красота получается. На матовом фоне, кстати, это отпечатано. Очень красиво. Девочки, вот еще раз посмотрите все отпечатки, которые мы сегодня с вами сделали пластинами Beauty Big Bang. Они просто шикарные. Я не устану это повторять. И вам честно их рекомендую к покупочке. Ссылочки на пластины, на лаки для стемпинга, на штампики вы найдете в описании под видео. Также я оставлю ссылочку на витражики от Miri-Nails. Обязательно зайдите, ознакомьтесь с ними. Очень классная подложка для стемпинга на Новый год для дизайнов. Если вам понравился мой обзор, ставим пальчики вверх. Голосуем под видео, снимать ли видео длительностью более 10 минут, либо лучше уложиться в 10 минут, что вам интереснее и удобнее смотреть. Я обязательно все ваши пожелания учту. Желаю вам всего доброго, не прощаюсь, до скорых встреч!